Всем привет, это канал PlayGame. Меня зовут Сергей, мы продолжаем играть Rise of the Tomb Raider. Так, миссия у нас к башне, пройти по тропе к башне, да, нам нужно... Я пришлю гонца, когда мы будем... Тебе что-нибудь нужно? Будем жить. Будем жить, но это хорошо. Мне нужно... Нужно подышать немного, свежим воздухом. Оставайся я здесь. Я до сих пор не вижу. Все расплывается. Этого следует. В кварталах на окраине не утихают пожары. К ночи догорят последние деревянные дома. Сердце нашего города уничтожено и похоронено подо льдами. Все монгольские захватчики убиты. Но это слабое утешение, ведь с ними погибли и воины пророка, которые сражались за нас. А сам пророк... Никто не видел его с утра после окончания осады. Нам как никогда прежде нужна его мудрость. Нам нечем кормить выживших. Кто-то уверен, что худшее позади, но я боюсь, что они заблуждаются. Ожидать после удара по голове. Так, дальше здесь. Снова привет. Ты хорошо сражалась. Я рада, что могла помочь. Замри. Я пытаюсь, но... Боже, как больно! Я постараюсь найти что-нибудь, чтобы не... Лично что тут у нас? Деталь пистолета-пулемета. Третья из четырех деталей. Тихо. Перья. Опа. Подожди. Гробница, гробница. Да ладно, не пойду я ее искать. Давайте по заданию. А, она не запрыгивает, ё-моё. Ух ты, нифига. Ты чё? А чё ты упала-то? Я чё-то не понял. Ты нафига упала? Не понял юмора. Нахрена упала-то? Так, здесь все чисто. Заходим. Акрополь. Найти способ добраться до Акрополя. Яков, тут разгром. И твоих соплеменников не видно. Возможно, Софья увела их в катакомбы под башней. Но я потерял с ней связь. Ладно, я поищу ее там. Мы почти закончили эвакуацию раненых. Я скоро присоединюсь к тебе. Так, ага, наверх. Давай, 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 цепляйся, не падай. Так, нафига? Может, что, как рычаг? Нет, так, а... А, ё-моё, идиот. Вот оно. Не, смотрел сначала все внимательно и стою, туплю. Так, готово. Так, а где сундук?
полный. Мне сундук хочу найти. Вот он. Для перемещения между особыми видами стрел нажимай единицу. Понятно. А, отмычка. Винтовка. Какая-то винтовка у нас разблокирована. Пока не знаю. Найдем базовый лагерь. А вот он и базовый лагерь. Сейчас посмотрим, что мы разблокировали. Мне нужны ответы, но какой у меня есть выбор? Я не могу позволить Ордену убивать этих людей. Есть черта, через которую я перешла уже давно, и пути назад нет. От прошлого не уйти, оно всегда со мной. Я должна им помочь. Очевидно, что люди якобы готовы умереть за него, а он за них. А, вот такой пистолет-пулемет, да нахер он мне нужен? Лучше, блин, тут что-то качнуть. А здесь, на краю земли и подавно. Обойма. Если я буду сражаться вместе с ними, скорострельность бахнем. То, может быть, Яков начнет мне доверять и объяснит, что же происходит на самом деле. Ну, давайте походим с этим луком. В принципе, хороший у него урон. Я не знаю. Самый мощный, наверное, да, зато скорость натягивания не такая большая. Но отличный урон. Походим с этим луком, попробуем. И навыки. Если боец, что тут у нас есть? Получайте меньше урона от вражеских выстрелов и атак ближнего боя. Так, это что? Сразу после решения бесшумного убийства выкрадка получает пониженный урон. Так, не то. Выполняя атаку с уклонением, можно мгновенно убить врага в блоне. Вот, вот это вот хорошо. Реликвия какая-то. Это реликварий для хранения и защиты мощи святых. Это могли быть зубы, пальцы, целая голова. Здесь должно быть мощи пророка. Пусто. Пусто. Не стреляйте! Пропустили! Будьте внимательнее! Что у нас? Похоже, здесь все чисто. Отряд 4 ищет атлас туннеля. Рассредоточиться и прочесать территорию. Убить всех, кто еще шевелится. По возможности работайте ножами. Берегите патроны. Траванули их. Вот и все, все чувачки готовы. Так, это что?
Оп-оп-оп. Неплохо. Так, грибочки пригодятся нам, чтобы создавать ядовитые стрелы. Попал я в него почему-то, ё-моё. Ох! Чёрт! Твою мать! Эй, погоди! Эти ублюдки хитрые. Поди понаставили тут ловушек. Не боись. Я убью все, что движется. Просто не торопись. Так, все, стрелы полные. Ну что, друг, твоя очередь. Ничего я не скажу. Верь. Поэтому мы сейчас просто-напросто вышибем из тебя дух. Чтобы следующий, у кого я спрошу про Атлас, понимал, что я не шучу. Он тебя понял. Если тошнит, отвернись. Смотрите! На нас напали! Ублюдки. Развяжи меня. Я перебью их всех до одного. Успокойся, Софья. Столько крови пролилось. Столько наших погибло! Может, твое племя довольно настрадалось? Это все, что мы знали. Я ошибалась в тебе, Лара. Скажи мне, чем вам помочь? Нужно отвезти остальных в укрытие. Но вход в катакомбы перекрыт. Я его расчищу. Так, подожди, тут... где трупаки-то? Обыскать же кого-то можно было, ё-моё. Я в порядке, ничего со мной не будет. Помоги остальным. Не, мощная баба, кладку рушит, ё-моё. Тихо, тихо. Просто дыши. На этой фреске они находят долину. Наверное, им она показалась раем. Так. Возможно, получится открыть проход отсюда. Катакомбы. Там нас не достанут. Подожди, а как его открыть? Поджечь можешь? Нет. Хрен его знает. Идем, короче, вниз по точке, как отсюда открыть. Что-то вроде оружейного склада. Должно хватить. А, то есть подствольник нашла или что? Что-то я не понял. Ух ты, бляха. Прям как в Рэмбо было, когда он на стрелу накручивал. Разрывная стрела, ё-моё. Так, сейчас тут все посмотрим, осмотрим. Древний амулет в форме оленя, вырезанный из рога. Может, ценная вещь, а может, просто детская игрушка. Эх, кто ж ее знает. Отойди!
Так, средняя кнопка мыши. Так, а как вот менять разрывная? Обычную, кстати, надо сделать. Это то. Так, такую тоже надо создать. О, подожди, а что, не тем шмальнул? Твою мать, конечно, блин, огненный. Спасибо, Лара. Они пока укроются в катакомбах. Я знаю, что ты ищешь святой источник. Но мы скорее погибнем, чем отдадим его. Твои люди уже гибнут. Вы не сможете защищать его вечно. До сих пор удавалось. Но пока что... Я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им. Создание и изготовление разные стрелы можно в меню рюкзак. Это... то есть когда нафиг на костре, да, только. Потому что иначе меню рюкзак у меня нету. Ясно. Это какая-то метка. Византийское письмо, но разобрать не получается. Настал день, которого я боялась. Надежд и сомнений не остается. Вертолеты, которые мы видели вчера на закате, это начало нового вторжения в наши земли. Наши предки уберегли нас от одной войны, но грядет другая. И мы исполним наш священный долг. Источник Божьей благодати на земле нужно защитить. Четвертый уровень, греческий, да? Блять, нам пятый нужен. Ну что ж. Когда наши предки прибыли в эти места, здешние растения от высочайших деревьев до мельчайших грибов оказались им незнакомыми. Много времени утекло, и немало бед приключилось, прежде чем они научились понимать язык этой земли. Но теперь мы передаем его из поколения в поколение. Земля дает нам все. У воды в гротах растут целебные травы. Из древесины лесной березы, прямой и крепкой, получаются отличные стрелы. А из бледных поганок, что растут на гнилых бревнах и в темных сырых низинах, мы добываем смертельный яд. Так, движем. Тихо. Прыгай. Булла. Печать для подтверждения подлинности документов. Должно быть, она крепилась к чему-то важному, вроде указа об отлучении от церкви. Самолетов! Попробуй как-нибудь привлечь их внимание! Предоставьте это мне. Я справлюсь. Сейчас не ссы, все замутим. Опа! Взрывчатка, блин, так взрывчатки так не напасешься, подожди. Огонь на подавление! Быстро!
ладно, ребятки, напросились вы. Бля, ладно. Сейчас возьмем автомат сразу и всех покрошим. Ребятки, больше кипишни от вас было, вот, честное слово. Оружейный инструмент, не знаю, что он нам дает. А, инструмент для улучшения, дающий доступ к дополнительному уровню модификации оружия. Такая вот это, что-то не ломаешь-то. Я ептель, ломай, говорю. Отлично. Неплохо. Надо, блядь, патроны собирать, так и без патрон недолго-то остаться. Пропал. Минувшей ночью я рассказала ему о захватчиках и их оружии. С восходом солнца он пропал. Кирилл сказал, что вернется, но день уже на исходе, а отца никто не видел. Боюсь, как бы старый глупец не наломал дров. Сейчас он нужен нам больше, чем когда-либо. Так, а это что такое? О, ё-моё, рацию, да, я такое уже видел. Так, что с оружием, что мы можем улучшить? Пистолет, давайте автомат посмотрим, что мы можем намутить. Уменьшение отдачи, давайте. А навыки? Есть, конечно, да. Жди, охотница.
Так, знаток, добавить врагов выстрелил с дробовика в упор и с большей вероятностью находить детального убийца. Так, угу. Так, а здесь? Ну, давайте просто, не знаю, прокачивать. Ишь, что такую панику поднимаешь? Давай, родной. Неплохо, не сил так она стала, блин, валить-то этих тяжелых. Подохнет, ё-моё. Бляха. А я думал, он последний уже, ладно. Это отряд 5. Мы направляемся в катакомбы. Нужно подкрепление. Понял. Идем. Она здесь! Ты чертовски прав. Чё, всё? Замечен враг. Сука, щитом, да, ещё? Они ушли. Боюсь, это еще только начало. Расскажи мне об этом месте. Ты заслужила право знать. Пойдем.
Давным-давно пророк принес святой источник в эту долину. И чтобы его защитить, мои предки построили Китиш. Для чего? Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. По легенде, те, кто увидели источник, обрели бессмертие. Но он всегда притягивал к себе алчных до его силы. Троица. Да. Они стремятся поработить весь мир. С источником их солдаты станут неуязвимы. Тогда помоги мне найти его раньше них. Это не твое бремя. Еще как мое. Из-за него я лишилась отца. Пустоту внутри тебя нельзя заполнить, Лара. Только отпустить. Я найду его. Так или иначе. Стой! Софья, отпусти меня. Я должна это сделать. Ты проливала за нас кровь. Я хочу помочь. Ты знаешь, где Атлас? В соборе. В архивах под ним. Но идти придется одной. Почему? Что там такое? Там иные. Бессмертные. Они убьют любого, кто войдет. Отец верит, что они остановят Троицу. Я не могу рисковать. Я знаю. Вот. Возьми. Это поможет тебе добраться до собора. Что ж, друзья, давайте мы на этом и закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.